Развлекательное телевидение. Oh, yeah. Жила-была бедная провинциальная девушка. Ты откуда? Из Липецка. Мам, а Липецк это Россия? Доча? Не пугайся, не пугайся, детка. Заходи в мою большую клетку. Хочешь мне помочь, только на одну ночь ты притворись моей. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Рейн, и сегодня 23 февраля. Мы с вами находимся в кинотеатре «Цитадель», где с минуты на минуту состоится премьера романтической комедии «Золушка». Маша, поцелуй меня. Машка! 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 Добрый вечер. Что сегодня привело вас именно на этот фильм? Добрый вечер. Дело в том, что я видела рекламу на телеканале ОЕ и поняла, что я хочу попасть на премьеру этого фильма. Есть любимые актеры? Да, конечно, есть Кристина Асмус. Это сегодня фаворит. Ну, конечно. А сюжетную линию вы знаете уже или нет? Более-менее. Ну так, провинциальная девушка приезжает в город, Москва, если не ошибаюсь. Куда же еще? И происходят разные чудеса с ней. Как должна, по-вашему, выглядеть Золушка 21 века? Ну, конечно, это провинциальная девушка. Красивая, молодая, свежая, натуральная. Мне кажется, это самое главное в нашем время сейчас. Ну, вообще, Золушка, ну, любая же девочка в детстве мечтает быть принцессой. Уже не в первом проекте. Мне везет с партнерами, правда, Нонна Гришаева, Юрий Стоянов, замечательные партнеры, они так помогали, как будто и так старались, как будто они снимаются в первом проекте, как будто, я не знаю, как будто мне там 4 года, я плохо понимаю, они как-то мне все так объяснили, ну как, они старались помочь. Не всегда молодые артисты, и я, может быть, не так внимательна к партнерам, и это так здорово было от маститых, таких уже бывалых, если я не обижу артистов, вот, это получать было очень приятно. Ну, тёть, я думала, ты мне поможешь, ты в журнале, у тебя связи. Ты должна будешь слинять оттуда. До 12. Каждый из нас в детстве слышал увлекательную историю о Золушке, которая благодаря доброй фее все-таки попала на бал своей мечты и познакомилась со своим принцем. Вы уже знакомы с актерским составом? Немножко, да. Боярская в том числе. Сюжетная линия вам уже известна или вы предполагаете? Предполагаем, что это будет современное время. Вот, та же самая Золушка, но в наши дни. Вот. Хорошо, а какой она должна быть? Золушка наших дней. Ну, по твоей части. По моей части? Это же есть Золушка. Нежной, красивой и не знаю, что она будет верить в чудеса, действительно, которые сбываются даже в 21 веке. Что, если перенести сказку в наши дни? Как должна выглядеть современная история Золушки? Наверное, именно так, как история Маши Крапивиной. Обычной девушки, решившей приехать в Москву в поисках лучшей жизни и своего счастья. Добрый вечер. Вы верите в сказки? Ни в коем случае. Почему так? Жизнь прекрасна, но это не сказка. А вы верите в сказки? По мне, наверное, можно сказать, что я верю, но не всегда. Что вас привело сегодня именно на этот фильм? Хочу сказать большое спасибо радио СВХ Плюс. Нас пригласили сюда именно они. И, в общем-то, я, ну, не скажу, что поклонница, но мне нравится Лиза Боярская, и я хочу посмотреть, как она играет эту роль. Для меня вопрос не в том, чтобы сыграть злодея или сыграть положительного какого-то персонажа. Вопрос в том, что очень хочется играть острохарактерной историей. Неважно, будь то злодей, сумасшедшая, умалишенная, я не знаю, жизнью угнетенная. Не знаю, много разных образов, которые бы мне хотелось сыграть. И это был, безусловно, один из тех, которые мне посчастливилось сыграть. Я взяла в руки сценарий и, конечно, поняла, что это шанс моей натуре острохарактерной открыться. Мне было приятно. Да в гробу я видала твоего королевича в концертных тапках. Тем более замуж. Девочка моя, потерпи, и мы будем вместе.
песни. Только в реальности все оказалось не так красиво, как в сказке. Девушка устроилась домработницей в богатую семью, где две дочки-хозяйки так и норовят обидеть бедную Золушку. Что вас сегодня привело сюда, на премьеру фильма «Золушка»? Ну, во-первых, очень интересный российский фильм посмотреть. Любите российское кино вообще? Ну, старую классику, в принципе, мы смотрим. Современную? Ну, современную. Мне нравятся тут актеры. Как бы мне нравится Боярская. Его хочу посмотреть. Ну, я не знаю, ли понравится, но комедия как бы для хорошего настроения. Так. Я уверена, что понравится. Спасибо. А по-вашему, как должна выглядеть Золушка 21 века? Я думаю, что она должна уметь все. То есть водить машину, и компьютер, знать языки. Я думаю, вот такая судьба нашим Золушкам как бы. А принц Катя будет? А жениться обязательно надо? Срочно! Жаль. Прекрасный принц предстает в образе популярного исполнителя Алексея Королевича, который не способен думать ни о чем, кроме своей славы. Но сердце не прикажешь. И Маше придется лично встретиться со своим кумиром, чтобы понять, что наши мечты зачастую не совпадают с реальностью. Добрый вечер. Что вас привело сегодня сюда? Именно на этот фильм? Добрый вечер. Я очень-очень много рекламы видела на телеканале ОЕ. Мне ужасно понравился этот фильм. Я пришла вместе с подружками и решили посмотреть 21 века «Золушку». А состав актеров вам уже известен? Я знаю, что играет моя любимая актриса с сериала. Кристина Асмус. Да, да. Ее я обожаю. И ради нее я пришла посмотреть. А российское кино вообще нравится или больше все-таки американское? Люблю только русские фильмы. Тоже так категорично? Да, только русские. Ну что ж, желаем удачного просмотра. Я надеюсь, что фильм обязательно понравится. Всегда приятно быть человеком простым и уверенным в себе. Там такой немножко бал уродов получается. И среди этого бала уродов есть человек, который этих уродов, собственно, организует. Это интересно. Организовывать уродов, быть немножко выше, чем они, быть в этот же момент простым и уверенным в себе человеком. Это очень хорошо. Один раз я был в клубе «Рай», там была съемочная смена. Я там проторчался, с кино там снимали, проторчался открытие до закрытия. Потом не мог спать две ночи, потому что подпрыгивал на подушке. Бум-бум-бум-бум. Не моя тема. Будете жрать одни суши? Или что там нищие едят? А по-моему, фуфу. Полиной не буду. Режиссером картины выступил Сергей Иванов, а композитором всего фильма стал Константин Меладзе. А вы сами сказки любите? Верите в сказки? Верим, да, но вся жизнь как сказка. Видите, как бывает? У кого-то все-таки так бывает. Ну что, желаем вам удачного просмотра. Спасибо большое. Вы верите в сказки? Иногда, да. И нечего ждать, да, да. Что за хрень такая? Любой канал врубишь, там ты. Фильм не только пестрит искрометным юмором, смешными, нелепыми ситуациями, но и заставит каждого зрителя хоть на минуту поверить в чудеса. Какая твоя любимая сказка? Золушка тоже. Ну что ж, хорошо, а как вы вообще относитесь к российскому кино, например? Вы знаете, я очень люблю российское кино, я люблю как старое российское, даже советское кино очень люблю, ну и новые фильмы тоже. Знакомы с составом актеров? Ну, главная героиня, если я не ошибаюсь, она звезда одного из сериалов российских, «Интерн», да? Ну и, конечно же, продюсер нам всем известен. Ну, а остальных нет, еще пока так не ознакомились. Что ж, желаю вам приятного знакомства и приятного времяпрепровождения. Вот он нас и возьмет. Аф. Я сказал, фас. Такой клевый. Вы знаете уже состав актеров? Конечно, все прочитано было. Перед тем, как идти на русское, да. Всегда знакомимся с анонсом в интернете, кто снимается. Я хочу посмотреть Стоянова очень, например. То есть вы на фильм пришли исключительно из-за актерского состава? Актерского состава. Не могу сказать, что все нравятся, но хочу посмотреть вот на Стоянова, Ефремова. А в сказки верите? А, конечно. Ну, не скучно жить, если не верить. Дамы и господа, настоятельно рекомендую вам посмотреть романтическую комедию «Золушка». Вы получите масса положительных эмоций. А с вами была я, Татьяна Реймонд. Смотрите кино. Даня, не охота.
Это у тебя зубы кривые, губы как у жабы. Спи спокойно, дорогая. Хочешь мне помочь, только на одну ночь ты притворись моей. Она сказала, оу, не пугайся, детка. Заходи в мою большую клетку. Хочешь мне помочь, только на одну ночь ты притворись моей. Она сказала, оу.